мы что поем? А. С Одесского почему? Почти, да, почти. Тоже песня, хорошая история к этой песне. Не песня хорошая, а хорошая история к этой песне. Мы с Юрой Алябовым как-то, я уже говорил о нем, это композитор и прекрасный человек. Мы как-то вместе с ним попытались что-то сделать для фильма Игоря Талпы. Он, его уже нет, к сожалению, этого человека, этого режиссера. Он мне говорит, напиши такую песню, ну вот там вот герой приходит, и у него все получилось, и он там садится и поет такую разбитную песню. И я думаю, елки, мне $300 за нее пообещали, думаю, надо написать. Нормально, ну все за бабки работают, а что такое? И вот я не смог написать, короче. Я не смог, я мучился и думал, как же это должна быть разбитная. Но я ему очень благодарен, потому что получилась совсем другая песня. Она не имеет никакого отношения к тому фильму. Вот. Но там такая. Я задремал, мне приснился сон, но будто бы я снова влюблен. Я рвался в полет, но не получался он. Брел наугад, не знаю куда, над горизонтом висела звезда, манила меня в дальние города. Какие девушки летают над Парижем, они летают, поднимаясь в облака. Ах, я просил одну спустись немного ниже, она же просто улыбалась высоко. Я переплыл большой океан, я наплевал на боль и обман, сам себе был боцман, сам капитан. В берег крутой билась волна, дни напролет я орал из окна. А ну-ка, быстрее спускайтесь к нам! Какие барышни парят над Сан-Франциско в высокомерном ожидании любви, но никого к себе не подпускают близко и не снисходят вниз, зови их, не зови. Я посетил все города, но ни одну из летающих дам не смог убедить спуститься ко мне сюда. Они говорили, я не твоя, они мне твердили, что я, мол, не я, и все посылали меня в родные края. Какие бабоньки летают над Россией, могучей грудью разгоняя облака. Они рванутся вниз, ты только попроси их. Рванутся, рухнут и прибьют наверняка. Ну, чтобы не думали, что мы про женщин только так можем. Мы можем и по-другому. И в этом нам помогают стихи Николая Сундеева. То отталкивая, то маня, то клонясь предо мной, словно ветка, эта женщина только моя, до скончания века, как она не звалась бы жена, или возлюбленная, или подруга, эта женщина мне суждена, потому что родня мне по духу, эта женщина мне суждена. Потому что родня мне по духу, навсегда с моим телом слилось,
изваяние этого тела. Абрикосовый запах волос заполняет меня до предела. И какая б ни била волна в нашу лодку, летящую круто, эта женщина, только она, мне нужна до последней минуты. Эта женщина, только она, мне нужна до последней минуты. Коля, спасибо. Время несется, время летит. Это мы пели. А я вам пока, знаете что, я пока стишок прочитаю еще один. Не, не, подожди.